Ух ты! Смотрите, какая елочка шикарная! Вау! Класс, да? Это Бубльгум. Сколько она? 25 тысяч стоит всего лишь. Ну, нормально, да? Давайте посмотрим, что еще тут хорошего есть. Ух ты, какие тут игрушки. Дед Мороз, Снегурка есть. Вау. Что еще тут? Игрушечки. Вот такие вот. Интересно, YouTube меня забанит за эту музыку? Так, это что? Это стекло. Ничего себе, она стоит 460 рублей, такая вот игрушка. Ух ты. Ну, это, наверное, стекло настоящее, да? Как вы думаете? Даже такая маленькая, вот смотрите. Ух ты. Она стоит 359 рублей. Да. Дракончик какой прикольный. Зайчик. Сколько он? 400 рублей. Нормально. А вот год быка. Смотрите, бык. 499 рублей. Нормально. А это что такое? Любви, гармонии, тепла в новом году. Вот такие вот игрушечки еще есть. Свечки. А вот бычок, да? Тоже такие вот. На елку или куда-то поставить их. Снеговики. Гирлянды. В разную цену. Даже с какими есть лампочками. Верхушки, звезды. Белая, красная. А это что такое? Тоже что-то светящееся. Какая-то штука. Сколько она стоит? Калецолют. 99 рублей, что ли? Почему такая дешевая? Странно. Гирлянды тоже разные есть. Вот смотрите, сколько здесь всего. Венки такие новогодние. Прикольно, да? Такие вот есть. Это еще из дерева, да? Похоже, да? Из пластмассы, из чего-то из дерева вырезанные вот такие игрушки есть. А это вот, смотрите, Дед Мороз на шарике. Ну, класс. А это вообще деревянные, да? Точно деревянные. По 99. Вот что такое. Целый набор таких маленьких деревянных игрушек есть. Ух, звезды. Тоже сделано. И здесь такие вот домик из дерева. А это что такое? Качалка. Деревянный Дед Мороз с мешком. Прикольно, да? Что только не придумывают сейчас. Так, ну перейдем сюда. А, ну это тоже со стекла, да? Стеклянный вроде. Осторожно, стекло. А, точно, видите, да? Это все стеклянные настоящие игрушки. Но они не дешевые. Смотрите, какие, какой ассортимент здесь. Чего только нету. Хорошие, хорошие. Дед Мороз какой. 500 рублей. А вот это, смотрите, из чего. С перьями. Из перьев. Оба-на. Вообще с каким-то мехом. Сердечки всякие. Ух, перьевые тоже.
А это из чего шары? А это из пластмассы сделаны. Целиком такие наборы есть. Звездочки, шарики. Это что такое? Что-то непонятное. Да. Так что приходите в Бубльгум на Кальвице. Видали, сколько? Какой здесь ассортимент шикарных игрушек. Это что-то елочка, да, с чего-то. А это какая? Смотрите, какой бант шикарный. Вообще, да? Это шары какие-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Как много всего. Это что такое? Чепчик. Варежка маленькая, смотрите. Это что такое? Варежки какие-то. Маленькие такие. Это сапожок. Да? А это что такое? Меха целые. Крылья даже. Точно крылья. Ой, уронил. Сейчас мы повесим сюда крылья. О, крылья ангела даже продают. Что сердце такое с пером. Сердце с пером. Вот целый набор есть игрушек таких вот. Сразу, чтобы не мучаться, взял и повесил. Банты. Да, какое все красивое. Елка золотая из блесок. А это птица же, да? Птица. Почему она кверх ногами? А, она вот тут есть прищепка. Она за счет нее держится. Да. Супер, да? А это кто? Ёж? Ёж, да? Тоже стеклянный он. Осторожно, стекло. Такие всякие ленты есть. Здесь сеточка золотая. А это что? Золотой цветок. Смотрите. Вау. Нормально, да? О, смотрите. Шар. Стеклянный с мехом. С мехом даже есть шарик. Вы представляете? Что только сейчас с перьями. Перья приклеены. Вот это круто. Такого я раньше не видел. А тут смотрите, какая-то игрушка. У нее даже что-то открывается снизу. Она какая-то составная. Яйцо-шкатулка. Яйцо-шкатулка. Это да, то есть можно туда что-то положить в нее. Ух ты, да, вот сколько. Это красные какие-то. Набор елочные, всякие разные. Это из какого-то пластмассы сделано. О, какие есть кисточки. Кисточки прикольные, да? Тут все красное. Год красного быка, что ли? Что такое? Смотрите, эти какие прикольные подвески. Мишка, девочка, колокольчик. Это кто? Олень с рогами. Какой-то, кто это? Собака. Вот это да. Чего только нету. Чего только нету, а? Так что, а тут смотрите, как прикольно он на этом, на кольце типа висит, а тут вокруг перья. Это кто, олень что ли? Олень, да? Нормально. Тоже какие-то висюльки с перьями. Прикольно. А это, да, классно. Это конец-то. Да, раньше такого ассортимента не было. А это что такое? Какое-то колечко и на нем это. Да, вот это да. Вот Дед Мороз такой вот есть. И Снегурка. Смотрите, елки продают. Вот
такие вот всякие сынья. Такая вот есть. Большие тоже. Вот ассортимент какой. Вот это вообще гигантская юка. Сколько она? 19 стоит тысяч. 11, 7. Вот это прикольненькая маленькая елочка уже. Всего лишь 1000 рублей стоит. Ну, ее, похоже, украсили просто. Такая есть. Кстати, прикольно, вот ветки как будто настоящие. Так, а здесь что есть? Угу. Тоже всякие игрушки понавешаны. Смотрите, прикольно, да? Это что такое, бумага, да? Заворачивать можно. Тут готовые, что это, подарки готовые. Похоже, вот такой вот ассортимент. Гирлянда декор. Такая вот есть. Большие это, да? А, типа звезды тут всякие. Угу. Я еще не поснимал. Здесь шарики вот всякие разные есть. Такие шарики. О, прозрачные даже есть. Угу. Какие-то вот такие вот варежки. Это из пластика они сделаны. Дождик есть. Такой вот разных цветов. А здесь... Значит, подвеска... А, это вот она справляется, ну, типа, такая круглая делается. А здесь все у нас новогодние с колокольчики. А это вообще шар. Это вот большой шар. Ну, вот это мишура. Тут разная всякая. Шапки эти Деда Мороза. А это рога вообще. На это одевать надо. На голову, да? А это типа целая лень, да? Еще кто-то. Какая вот прикольная штука. Тоже. Это расправляется, вешается все. Такие вот маленькие есть шарики. Тоже какая-то фигурка, подвеска. Они красивые, да, вот эти получаются. И вот мишура по 19 рублей. Олень, очки, если вам нужны рога. Это кто такой? Снеговик. Угу. Вот рога оленя. Нормально же, да? Это что? А сюда это подарки, носок под этим. Так, и здесь всякие разные штуки елочные, да, подвесочки вот такие вот. А это вообще прикольно, да? Угу. Так что вот заходите в Бубльгу. А это тоже повесить, и так оно будет качаться. А тут все красное. Дед Мороз там есть, Снегурка. Смотрите, это еще с перьев, да? Оба-на, какой шар с перьев. Тут все в красном духе. Звезды всякие. Угу. И вот тут всякие штуковины есть. Домик такой. Это из пластика. А вот это стеклянные. Тут даже написано стекло. Эти, да, колокольчики, сыры. Ой, смотрите, такие вот целиком есть большие. Можно носить ключик какой-то, все что-то. А тут все белое. Смотрите, какой ассортимент. Эти вот сыры есть.
А это типа чего? А, шкатулка даже, смотрите, яйцо-шкатулка. То есть сюда можно что-то внутрь положить, похоже. Угу. Вот еще подвесочки. Это какая-то... Тоже можно ее куда-то прикрепить. Вот такой вот ассортимент большой. Что только нету, совы какие-то, да? Ангел. Так. Это из перьев, сделано из перьев. Эти меховые вообще. Да, диву даешься. А это уже стекло пошло здесь. Все со стекла. Осторожно, стекло. Чего только нету. Смотрите, даже целиком такая вот большая есть. Да. Такой шарик разноцветный. Это все со стекла. Нормально сделано. Так, и здесь целиком наборчики есть такие. Можно взять гирлянды. Вот эти вот, да? Целиком гирлянды с шишками. Смотрите, типа снег. А здесь вот эти вот наклейки разные на окна. Еще куда-то можно наклеить. Вот быка. Вон. Вот быка. Шарики. Звездочки такие. А, снежинки. Это вот здесь большая такая, смотрите, снежинка. 49 рублей. А здесь что? Дед Мороз продается. Вот такой вот он. С подарками. Символ года. Нового года — это я. О, кто? Бык. Да? Да. А вот еще бык есть. Смотрите, такой бык есть. Такой бык. Такой бык. Такой бык. Какой хочешь на выбор. Бык есть. Да. А тут целая машина, да? Стоит. Снеговики. Ну вот. Такая елочка здесь прикольная. Еще забыл. Упаковочная бумага разная. Новогодняя есть. Шарики. Ну, это на все праздники, да? И хлопушки у нас. Что же? 39 рублей. Такая вот хлопушечка. Тоже подвесочки разные. Игрушка. Такие вот. Всякие разные. Здесь что есть? Разноцветный спрей снег вот такой вот. Разных цветов он здесь. Всякие разные.